Всем привет! Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 29 января. Обед. Вот. Принес девчонкам вот салат. Это вот такая. Семейка просто так, которую создал, это были тут выбракованные курочки. И одна у номера укашка, она не выбракованная. Вот я поэтому пустил сюда петуха. Пустил сюда петуха амирокана, чтобы яйцо от этой амирокашки можно будет брать на инкубацию. А эти просто так для компании. Вот. Вот, наверное, Петька уже с ними с неделю, наверное, где-то, может, чуть поменьше. Такой молодец, ухаживает за ними. Они его слушаться стали. И вот сегодня обед, вот 29-й, вон, видите, снесла яичко одна. Вот. Такого клана небольшое. Вот, ну, грамм, может, 40 с копеечками. Я думаю, что вот это вот, посередине курочка, вот хохлатая без хохла, которая, это брак от хохлатой, вот это она снесла. Тут была еще с ними четвертая курочка, я ее туда отправил к хохлатому, той хохолок такой был не очень большой, но она ладная такая вся куреха, она тут уже занеслась еще раньше среди них, я ее туда поэтому уже отправил пораньше. А вот эта компания первое яичко выдала. Вот это у нас, значит, молодой папа. У них тут медовый месяц еще. Вот. Ну это. Так. Яйца на покушать будет. Да, ох, ругается. Ну и вот. Мне вчера там написали в объявлении на Авито, и там написали, а такие будут у них. Речь про хохлатых. Такие будут расцвет, такая будет расцветка, и такие будут хохолки. Расцветка будет вот такая, они все идут такой расцветки, как ситец. Вот. Но даже мамаша вот с такими огромными хохолками, и петушок с хохолком. А видишь, это, видите, выдали вон курочку. Вот они вот, у этой вот какой хохолок, а у той нет вообще. Хотя родители вот были у меня, отборные были, вот у всех такие хохолки были. Поэтому бывает, проскакивают брак своего рода. Она курочка ладная, все, но хохолка нету. Вот. Такое бывает. Вот у меня за прошлый сезон инкубации вот таких дам без хохолка может было штук 4-5, может 6, я точно не помню. Ну вот, вот такой небольшой процент, но бывает. Тут 100% гарантии. Если я вам сейчас скажу, все они будут с хохолками. Но вот эта она бракованная. Я ее почему оставил? Убрать жалко. В племенную семью пустить. Она вон кривая, у нее корпус кривой. А убрать жалко. А то тут ходит, фиг с ним живет. Больно мне ее жалко. Красивый хохолок он какой. Так. Как этот? За компанию пусть тут лазит. Вот. Поэтому, если я вам скажу, что у всех будут такие вот хохолки, это значит, я заведомо вас обману. Такого 100% гарантии никто не даст. Вот. Бывают. Осечки почему-то. Я же говорю, у меня в прошлом году семья была, вот у всех вот такие хохолки были. А вон проскочили, я точно не помню. Ну, 5 штук точно было без хохолков. 100%. Вот. Поэтому вот как-то так. А из тех вот сейчас семья у меня петушок и 6 курочек. Ну, конечно,
основной процент будет с хохолками, но что-то где-то может проскочить. Поэтому вам решать, покупать или не покупать, приобретать или не приобретать. Вот так это. Вот. И по американам. Вчера тоже мне Савитка позвонила девушка из Оренбурга. Цвет американов черные и лавандовые. Какие будут яйца? Яйца будут у всех голубые. Окраска курочки, оперение курочки, ну цвет, не влияет на цвет яйца. Яйцо у моих, вот моей линии американов, у всех строго голубое, небесного цвета такое яичко. Поэтому либо она будет лавандовая, либо она будет голубая, либо она будет черная, или там бурундучок. Яйцо будет только голубое. Вот. А их по цвету я не делаю семьи там черные или лавандовые. Они у меня все в перемешку живут. Ну вот так вот. Вот наш орел. Эх, молодец, Петька, молодец, красавец ты у меня. 100%. 100% оплот мы у него проверяли. И ты молодец. Мы у тебя еще не проверяли, но ты молодец. Вот это тот американ покрупнее того, который в основной семье. Покрупнее. Вот, поэтому мы будем. Хотел я эту лавандочку потом пустить. Да что ж ты, горлопан? Потом пустить в основную семью, но нет, не буду. Пусть они будут тут. Буду от нее отдельно яйца собирать. Вот. Ну так вот. Сейчас пойду завешу. Ну тут нефиг вешать. 100 пудов где-то 43 грамма. Вот так вот. Все. Пойду дальше убираться. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока, Петька вам говорит.